Блинчика. Торговый представитель нашей компании должен хорошо знать свой товар. Что вы знаете про трансформаторное масло? Трансформаторное масло – это продукт первого отжима трансформаторов. А перед следующим сюжетом рекомендую канал «Веселые скетчи и приколы». Это канал с множеством веселых и интересных видео. Ссылка в описании. Турист в Лондоне подходит к мальчику и спрашивает. Скажи мне, мальчик, у вас здесь часто можно увидеть солнце? Мальчик говорит, я не знаю, сэр, мне только 13 лет. Матрёна, ты хорошо готовишь. Да? А что? Подготовь заместителя директора к увольнению. У него сердце слабое. Подписываемся и слушаем дальше. Пойдем сегодня в кино. Кинотеатр на углу у Рябиновой и Малаховой. Если знаешь, где это, то сразу приходи туда. Если нет, то приходи ко мне. От меня вместе пойдем. Погоди, дай сообразить. А, урод дома? Да не бойся, урод на работе. Мы до его прихода уйдем уже. А кто это сделал? Сисадмины спрашивают, вы какой чай больше любите? Чай просто чай без лимона и без сахара. Почему? Если проливают такой чай, клавиатуру разбирать не приходится. Аниптико! Как отличить осторожность от трусости? Очень просто. Если боимся мы, то это осторожность. А если другие, трусость. Женщина – существо душевное. Даже когда от нее уходит мужчина, она обязательно скажет что-нибудь доброе ему вслед. Например, «Будь счастлив, скотина!» Мужик звонит слесарю-сантехнику. «Извините за беспокойство. Вы знаете, у меня что-то случилось с унитазом. Не могли бы вы, когда вам будет удобно, если вас не затруднит, взглянуть на него?» Слесарь-сантехник говорит, «Хорошо, после обеда принесите». Аниптико! В порту Одессы капитан корабля кричит, «Боря, ты там внизу?» Боря говорит, «Да». Капитан говорит, «И что ты там делаешь?» Боря говорит, «Ничего». Капитан спрашивает, «Алёха с тобой?» Боря говорит, «Так и да». Капитан говорит, «И что он делает?» Боря говорит, «Он мне помогает». Дядя Петлюха, кто такой массажист? Массажист – это человек, который получает от женщин деньги за то, за что другие мужчины получают по физиономии. Липтико. Почему ты каждый вечер торчишь в трактире? Там очень хороший скрипач. А что, в филармонии плохие скрипачи? Нет, но там не подают пиво. Подписываемся, кликаем на колокольчик.